В H&M вот такие шапки. Они, правда, из акрила, но очень мягкие. Вот этот цвет нежный такой, желтенький цыпленочек. Выглядит достойно. Есть темно-синие. Есть вот такая оранжевая. По стоимости 700 рублей. Также есть вот такие беретки. Они стопроцентная шерсть всех цветов. Разнообразная бижутерия. Ну, вот такая именно бюджетная. Она практически одноразовая. Милая, конечно. Но быстро приходит негодность. Подкупает, конечно, вот эта милота. Неплохой вот такой пиджак. Серо-бежево-зеленый цвет. И материал достаточно приятный. Стоит 2300. Давайте состав посмотрим. Ну да, 91% вискозы. Есть вот такие боди серо-зеленого цвета. Но они, конечно же, не шелка. Скорее всего, малейшая затяжка для них будет фатальна. Вот такой топ укороченный, декоративной деталью. Это H&M. Ни о какой натуральности здесь не идет речи. Но все-таки по дизайну неплохая идея. Как раз-таки с завышенной талией какие-то брюки, джинсы будут смотреться с этой кофточкой достойно. Слушайте, но вот такую косуху в H&M я не ожидала встретить. Причем она висела в отделе для девушек плюс сайз. Смотрится достойно. Чуть-чуть как будто застаренная. На мне размер L. Там, в принципе, меньше не висела. Сначала я нашла XL. А потом все-таки Эля раздобыла. Смотрится максимально прикольно. По цене достаточно бюджетная. 3000 стоит. Плюс еще если купон. Это точно находка. Так как это линейка плюс сайз, здесь размеры идут от Эльки. Классная. Кстати, именно плюс сайз размер. До этого были какие-то коллекции, но такие слишком базовые. Сейчас я посмотрела, и брюки с лампасами есть. Такие интересные модели. Даже взять вот эту косуху. Следующий топ, который мне понравился, тоже максимально бюджетный. Но он на 92% состоит из хлопка. Что мне в нем понравилось? Это вот такой квадратный вырез. И рукава, фонарики. И этот прелестный розовенький цвет. Кстати, есть такие кофточки белые. Черные не встречала, но тоже должны быть. Надо на сайте будет посмотреть. Вот эта пара и вот эта. Сейчас будем мерить. Я вам расскажу свои ощущения. Вот эта пара очень тяжелая. Но в такой обуви есть один плюс. Вы ходите и дополнительно с собой носите груз и качаете ноги. Это чуть полегче. Приятные бежевые цвета, вот это более потеплее цвет, это более похолоднее. И у них, видите, здесь вот такого плана подошва, здесь более массивная.
что, смотрите, я померила, что хочу сказать. На ноге не чувствуется их тяжесть. Вообще, я ношу 38-й, но здесь 38-й, знаете как, чуть-чуть большеват, что ли, мне. Потому что такие свободненькие. Мне кажется, 37-й был прям бы в пору. Этот на полразмера большеват мне. Смотрится достойно и удобно, да. На сухую весну и цвет хороший. Представляете, удивительно. Эти ботинки 38-го тоже размера. Внутри написано 24. Вообще у меня нога 25 сантиметров. И эти тоже написано, что 38 и 24 сантиметра. Вот эти мне жмут удобные, но мне сейчас дискомфортно из-за того, что мне они малы. Тоже хорошенькие. Так, если бы я покупала, какие я бы выбрала? Скорее всего, вот эти. Хотя нужно померить и вот эти поменьше, но я думаю, что вот эти более в холодном оттенке. Да. Эти выбираю. Вот посмотрите, размер 38. И здесь такая же история. А еще есть вот такая замечательная кожаная из эко-кожи рубашка. Вживую она смотрится намного симпатичнее, намного стильнее, чем на сайте. В ней плотный такой материал, она толстенькая, как куртка. Внутри подкладка. Есть вот такие еще укороченные топы из вискозы и акрила, болотного цвета и бежевого, хорошо, а еще и черный, хорошо будут с брюками, юбками под высокую талию. Хорошие брюки на манекене, единственное, полоски меня смущают. В H&M огромный выбор водолазок базовых цветов по 1200, 50% акрил, 50% вискоза.